свой флаг. Тот, кто первый выигрывает, встает в раму. И каждый игрок пробивает ему по одному удару. Тот, кто из вратарей сделает больше сейвов, победит. А тот, кто меньше, проиграет. А сегодня видео мне помогают Егор Корнилов. Всем привет. Матвей Чиркин. Привет, ребят. Александр Антипов. Всем привет. И Дима Масленников. Здорово. Ну что, ребят, сейчас мы посчитаемся на ЦУЕФА, и тот, кто выиграет, встанет в раму, а все остальные пробьют свои удары. Погнали! ЦУЕФА. Ой, Пергамел. ЦУЕФА. 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 Так, значит, вы ЦУЕФА. 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 Первый, я говорю, первый на раму. ЦУЕФА. ЦУЕФА. Второй. Я второй, третий, а вы? ЦУЕФА. ЦУЕФА. Я последний в раму. Ну окей, сейчас первым встает Егор Корнилов. Добро пожаловать. Бьем мы, ну, отсюда вот, от чёрно-белого. Белые щепухи. Мне даже трогать это неприятно. Первый удар Александра Антипова. Ему это прям в уголочек. Первый гол пропущен у Егора. Ну что, ребят, первый мяч Егор пропустил. Матвей Чиркин бьет второй удар. Промах. Это как? Ну, это сейв по факту. Это засчитывается как, ну, отбитый мяч. Хоть Матвей промахнулся. Сейв еще. Сейчас третий удар бьет вот Дмитрий Мазанников, который в челлендже, кстати, на штрафных забил случайный гол. Я думаю, то, что везение ему тут тоже поможет. Хотя... Давай только не как Матвей, пожалуйста. Хорош, Ну, это прям хороший удар. Егор мог стащить, но не получилось. Получается только один сейв. Мой последний удар. Не, ну я хочу забить. Ну еще не точно, что я проиграю, в принципе. Ну прям лин. Хорошо. Так, кто на ворот? Два сейва у Егора. Второй кто встает? Александр Антипов. Нет, я. Третий. Матвей встает в раму. Ну, надо сейчас пытаться как можно больше всем забивать. А мне надо пропустить ноль. Я хочу выиграть. Бьет Саша. Ай-яй-яй. Он настолько в Матвея не уверен, что между хотел. Теперь я? Нет? Сейчас, дидовская сила пойдет. И мимо. Я же сказал мимо. Ну что, ребят? Просто. Ну, да. Ударил без шансов мимо. Два сейва у Матвея. Саша ударил, потому что вы Матвей, Егор вообще мимо ворот. Сейчас Дима будет исправлять. Играть у нас во дворе хорошо. Ну, он может забить. Первый забил, второй забьешь, Дим? Конечно, нет. Погнали. Давай, Дима. Хорош. Ну, Матвей мальца секанул, грубо говоря. Потому что он мог легко отбить. Давай, Артём. Ну, ребят, сейчас мне надо забивать, чтобы было два сейва. Уголок, давай уголок, пожалуйста. Давай просто, давай спыра. Я спыра за верстью. Ага. Нет! Зачем ты все по центру бьешь? Сейчас я на ворот стою. Три сейва. Капец. Никто. Пока мы две на первом месте, почему-то я бью только по центру. Сейчас будем справляться. Пока Матвей на первом месте. Ну, Санёк. Это был удар в уголочек. Саша мог стащить? Нет, наверное, не знаю. Ну, Егор, ты хорошо ударил. Первый гол. У Саши 0 сейвов. Второй удар Матвей Чиркин. Блин, мне надо забить желательно. Давай, только не вверх. Ну что такое? Я не знаю, почему меня так. Матвей любит поверху. Дари, кати щекой просто. В уголочек, Санек не ставишь, так, Егор. Да? Не знаю. Ты сам учишь, а сам бьешь посередине. Да. Все равно-то у меня сейвов больше. Это закон жизни. Учишь, но не бьешь.
И такие цитаты. Забивать тоже надо. Забивать надо. Давай, Диман. Казалось ли вам, наверное, шнурок? Я обману Саши два сейва из-за двух промахов. Саша два сейва. Я хочу забить, чтобы он не выходил на первое место с Матвеем. Мне это вообще нежелательно. Давай, Артём. Саш, ты, дай потом. Артём, все надежды на тебя. Сейчас Санёк решается все. Санёк, не тащи. Забивай, Тёмик, чтобы меня не уволили. Давай, забивай. Санёк, лови. Я... Да блин! Сейчас сколько у Артёма сейва? Ой, сколько. Саня, три промаха, чтобы вы понимали. Он вообще ни разу не отбил. Так, теперь я стою. Я вот этот в уголочек перебрал с высотой удара. Я хотел ближе к девятке. Саша, три сейва, он выходит на первое место. Бьётся так, асимметровая. Бьётся тихонечко в уголку, а ты как... Да просто... Сейчас... Ладно, надо хотя бы не давать шансов Диману. А потом, чтобы надо... Пацаны, чтобы вы понимали, чтобы обогнать Матвея, да, и выйти на первую строчку, надо 4 отбить, то есть все. Он 3, потому что отбил. Это... Он 3 отбил, я на тебя 2 улетел. А я 2 отбил, а 1 улетел. Ну, Саню! Александр не забивает, это первый сейв Димана. Пацаны! Ну, это просто пипец. Саша вышел вообще на первую строчку просто с того, что 3 промаха было. Если вы хотите, Диман, на первую сейчас вывести 4 промаха сделать? Хорошая идея. Нет. Егор, давай забивай. Матвей. Да блин, давай Матвей, просто давай. Не уж я. Я просто хера дам. Бильярд. Я угадывался. Девяточку. Я просто угадывался. Так на грани прям шестерка и девятка. Вот девятка. Егор Красава. Сейчас, если еще один мяч забивается, Дима уже не на первую строчку. А ты вообще долго, как всегда. Нет. Давай низом катни. Пожалуйста, не вверх. Забей. Зачем ты, почему так бьешь? Я не могу. Верхом. У меня так получается, я пытаюсь. У Димы есть слабость. Ну как пытаюсь? У Димы есть слабость, он пускает верхом. У Димы есть слабость, он пускает верхом. Он по низу отбивает. Давай, сколько у него? Два. Что, низом, верхом? Низом бьется. Артём, забивай ворота. Забивай, Артём. Артём, всё на тебе. Забивай. Забивай. Ну, у нас у троих три сейва. Это просто пипец. Сейчас Артём на ворота. Сейчас, чтобы мне выиграть, надо, во-первых, надеяться на мои скиллы вратарские, которых нет. И на удачу. Чтобы пацаны... Которой тоже нет. Да, которой тоже нет. Короче, пацаны, можно сказать, что я уже не выиграю. Но я буду стараться. На раму. Вот и... А вот здесь не надо промахиваться. Ой! Без шансов. Ну, это была пушка. Сейчас Егор, в принципе, тоже попробует. Нет, давай. Тащи. Надо прийти. Ой, хорошо. Молодец. Сейчас, Матвей? Нет, мои, давай туда. Нет, давай только опять не Матвей, только давай не высоко. И мы потом втроем будем бороться. Ну, Матвей, ну что ты? Сейчас я все... Один сейв надо! Я пытаюсь, правда. Дело, Диман. Все, я запишу. Ну, Дима, что ты? Что ты меня сейчас на руки возьмешь? Почему ты ебнешь туда? Я не туда! Ты сказал туда бить, туда и ударил. Я показывал мимо! Сейчас хорошие за третье место, да? Я же не почему. Они проиграли уже, получается. Да. Кто у нас три сейва сделал? Я, Диман и Матвей. Давайте тогда, чтобы было по-честному. Сейчас им будут бить. Но мы с Матвеем по одному удару будем пробивать. Вот с Егором. С Егором будем им по одному удару пробивать каждый, чтобы выяснить победителя. Я встаю. Давай. Егор, давай. Так а все давайте бить. Да не. Только проигравший бьет. Хорошо. За третье место, да? Саша вообще не заслужил. Да, за первое. Саша не заслужил. Храни. Домой. Фирменный. Я знал. Фирменный удар Егора.
по центру, да? Да, по центру. Я хочу, я просто лупаю. Так почему они не бьют? Я думаю, что это потому что они уже в финале. Бьют только проигравшие. А-а-а. Чтобы меньше ударов было, чтобы быстрее все закончилось. Если я ловлю сегодня. Чтобы быстрее ему вынести. И вы видите. Артем, а вы это, сколько там это, он вам заплатил? Вы ему катите тихонько по центру. Я хотел в угол, я ударил чуть ли не пятку. Давайте, давайте. Матвей, один сейв получается в финале. Ну еще не точно, что я проиграю. Егор, сколько он вам заплатил? Я могу сказать. Вы низом по центру катите. Я не знаю. Он нам ничего не заплатил. Он нам заплатил ноль. Ай! Давай, давай, быстрее. Я так понял, у вас тут это. Гвардия, контора какая-то, да? Забивай, Артём. Меня хотите посадить? Если ты хочешь, давай забивай. Да хватит крутить, Тём, этот мячик, Тём. Я же поставлю. Зачем ты его крутишь? Всё на тебе, Тима, не лови. Да! Что, ты сейчас сюда же ударишь? Тима, сколько сейвов? Два получается? Я два сейва даю. Кстати, Тима сделал максимальное количество сейвов, потому что мы только вдвоём бьём. Почти я тоже сделал максимально. Да, но если мы сейчас забиваем Саньку два мяча, Дим победитель. Вот как я и сделал этот сейв? Вот я не понимаю. Я не знаю. На ножку поставь. Все, молчи. Я знаю. Надо было это. Ну же сейчас тут поможем. Все, главное Саньку, забей Саньку. Ладно, Санек, тащи. Ай! Тащи, Санек. Санек. Санек, Санек. Давайте второй мячик. Второй накинул, чтобы ноль был. Санёк, да. Окей. Еще на третье место занимаем. Да. Все, третье место. Александр Антипов заканчивает финалку с третьим местом. Дмитрий! Первое место. Спасибо. Это второе его первое место на канале. Спасибо, что верили в меня, братья. И в него никто, мне кажется, не верил, ну ладно. Короче, ребят, давайте. Самое главное то, что получилось весело. Мы все очень хорошие в скобочках вдали, конечно же. Ну ладно. Дмитрий занимает первое место. Матвей второе. К чему мы тоже поздравляем. Ага, поздравляем. Хотел, да ты молчи, все. Как хотел. Третье место Саша. Ну и мы с Егором делим последнее место, потому что по два сейва. Я опять проиграл. Да. Потому что мы на последних местах с Егором. Ну короче, ребят. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам видео очень сильно понравилось. Не забудьте нажать на лайк, на кнопочку подписаться, чтобы она стала серой, а не красной. Я проверю. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы приходили оповещения о моих видео. Также подписаться на все соцсети, все по ссылкам в описании. Спасибо пацанам за съемку. Ну и все. Всем удачи, всем пока!